Ежегодно во вторую субботу августа отмечается День физкультурника. Сегодня это праздник не только спортсменов-профессионалов, но и тех, кто любит физкультуру и спорт, независимо от профессии и возраста. В минувшую пятницу в городском ДК чествовали тех, кто связал свою жизнь с физической культурой и воспитанием подрастающего поколения спортсменов. Сегодня спорт и здоровый образ жизни все больше интересует юных харцизян. С каждым годом растет число спортсменов, которые успешно выступают на республиканских и международных соревнованиях, завоевывая звания победителей и призеров. Это, безусловно, заслуга как самого спортсмена, так и, конечно же, его наставника. Харцизские тренеры по праву гордятся результатами своих воспитанников. В честь Дня физкультурника в одном из залов городского ДК собрались те, кто связал свою жизнь с этой нелегкой профессией, где все результаты достигаются благодаря кропотливой и упорной работе. Я искренне рад, что имею возможность от имени главы администрации города Харциз Жукова Виктории Викторовны от себя лично поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем работников физкультуры и спорта. Дорогие друзья, на самом деле мы все понимаем, насколько большую вы играете роль в жизни человека, социальную роль, социально важную, социально значимую, а именно физическое воспитание любых поколений. И самое главное, наверное, в реалиях сегодняшнего дня, это то, что вы представляете нас на внешней арене, вы показываете, какие достижения, какие у нас спортивная молодежь, спортивные люди. Они воспитали не одно поколение спортсменов, подготовили не один десяток чемпионов. Ветераны спорта, заслуженные тренеры, преподаватели. Люди, которых жители Харциска ценят и уважают, к чьим советам прислушиваются, чье мнение для многих важно и авторитетно. В их честь звучали слова благодарности за труд, который для них не просто работа, это призвание. Ну, несколько слов. О физкультуре много говорили, все прекрасно понимают. У нас в городе, ну я работаю с 58 года, после армии, осел здесь, и Харциз стал моей второй родиной. Приходилось много ездить. Вы знаете, задают вопрос, где вы берете спортсменов, харцизяне? У нас прекрасные тренеры. Я всей души благодарю всех, которые сейчас на пенсии и так далее. Вот в чем дело. Тренеры, фанаты прежде всего. В ходе торжественного мероприятия под аплодисменты коллег действующему спортсмену Харциска и тренеру по боксу Игорю Григорощуку вручили удостоверение о присвоении ему новой спортивной квалификации. Теперь Игорь – мастер спорта по боксу. Творческий коллектив городского дворца культуры, в свою очередь, постарался, чтобы мероприятие в честь Дня физкультурника получилось ярким и запоминающимся.